Хотите удивить гостей необычным домиком и сосисками? Запоминайте рецепт. Сосиски, помидоры, сыр, бекон, яйца. Вот что нужно. Помидор порежьте на слайсы, а из сосисек сделайте небольшие надрезы. Остатки положите в блендер и измельчите до жидкой массы. Теперь формируйте колодец. Между этажами укладываете слайс помидора, сверху посыпаете сыром, формируйте новый этаж, еще помидор, сверху положите бекон, он будет у нас армировать, и все скрепляйте зубочистками, шпажками, концы которых вы отрезаете. Дальше укладываем снова помидор, бекон, разбиваем одно яйцо, посыпаем сыром. Далее высыпаем наши измельченные остатки сосисек, формируем в них отверстие, куда разбиваем второе яйцо. И весь наш такой колодец идем запекать на 15 минут при температуре 150 градусов. Получается вкусно и прикольно.